Телеведущий, эстрадный певец и актер. В Орловской областной библиотеке имени Ивана Алексеевича Бунина состоялась творческая встреча с Сергеем Переверзевым. Артист рассказал орловчанам о своей семье и творчестве. В копилке исполнителя 5 сольных альбомов, а также дуэты с Екатериной Шавриной, Анной Сизовой и Татьяной Булановой. Пришел работать на телевидении, на Первый канал, и вдруг звонит Алексей и говорит: «Сереж, ты помнишь ту самую песню «Птицы»?» Я говорю: «Да, вот она осталась неудел. Если хочешь, бери, пой». Я понял, что песня дуэтная, отправил ее Тане, отправил Николаю, и им тоже песня очень понравилась, и мы решили ее записать.